Блять, у меня лимит на браузер или что? Кнопка, как будто я сейчас нахуй медиагет ебаный скачаю. Не надо мне такое, я таким кнопкам не доверяю. Зеленая значит говно ебаное. Бля, как хочется Welcome to the Game 3. Такую ностальгию ловлю каждый раз, когда надо в компьютере лазить где-то. Троян ебаный, все, удаляю. Оп. Ха! Это невозможно, и он не требует перезагрузки. Я не верю, это не антивирус, это говно. Опа, поехали. Да ты что, бля, ебанулся нахуй, опять скачивать что ли? Рой, что ты хочешь? Sell that to my kid, but thanks, I'll drop you nice tip. О, он мне чаевые оставит. Секундочку. Я же закрыл дверь, почему она открыта? Что? Эвелин Купер, это моя девочка, что ли, блин? О! Minds me cooking with Jeffrey of channel last night. Блядь, чё, телевизор пойдем смотреть? Мне комфортно, реально. Блядь, я сел, а телевизор не включил. Блядь! Надо как-то по-цивильному. Да не отправляется. Ранч, стробери, джелли, милк, яички, get garden, юг, get honey, rice, ketchup, кетчуп, don't forget milk and eggs. Да ну нахуй, хочу сидеть, блядь, сзади, тут стоит. Ты что, вообще ебан, блядь, а если инвалид, что это за хуйня, блядь? Так, что-то мне некомфортно, блядь, вообще. Никто не хочет играть со мной на залупа.онлайн. Великолепный сервер, потрясающий, охуеть. Что мне сделать-то дальше? Магаз иди. Мне в магазин? Ладно, где-то вот тут бабки у него должны быть. Where is the money, Лбовский? Тут, в шкафу. Вон, да вы рофлите, блядь, денег нету. Около кровати. Презики храню, кстати. Cash money, AP. Something for yourself as well, it's on the house. Понял. Так, поехали в магазинчик. Ладно, пацаны, погнали на лесопеде в жестком. Куда, направо, налево, куда мне ехать? Да, вот, погнали направо. Это было круто! Да, челы, я скип произошел. Бля, сейчас на велосипеде самочку затекаплю. Стоя, бабарсик! Иди сюда. Стой! Стой! Я не могу, не едет! Йоу, мужики! Бля, жестко, как флексы тут. А что мне надо взять? Папку ну, собью сейчас. Ладно, окей, хорошо. А что мне надо? Я зачем сюда приехал? Ранч, стробери, джелли. Что-то из этого здесь. Не могу взять? Я пока не успею, я не могу взять. Ух, блядь! Опа, что ты там написал? Охраняйте велосипед, уважаемый. Все, я не хочу там ладно. Так, это я взял. Лови, вот это пробей мне. Что, блядь? Говорит, велосипед убрать. Так, ты доволен, урод моральный? Все, надо сумку заделать. Ура!
Все, извини, бабушка. Тварь старая, пошла нахуй. Бери свою корзинку, блядь, эту ебаную. Сейчас я туда нагружу всякой хуйни товаров. Что это? Это не... Мужичок, подержи. Put it back. Хорошо. Что мне надо? Мне надо вот этот сюда положить. Это же strawberry jelly, правильно? Sweet corn. Нет, не надо, блядь. Как понять? Блядь, я не в тот магазин, походу, пришел. Я пойду в тот. Да что мне заплатить? Иди... А, стоп. Это что, блядь? Просто так нарисованные, что ли, магазины? Походу, я туда прошел. Спокойно, я со своей корзиночкой, молодой человек. Че так все размыто, я ничего не понимаю. Туалетная бумага бабка выбирает. Пи***ц, уже бы взяла давно, бери. Которая пахнет. Что ты выбираешь? Или бери вон, блядь, внизу. Шершавая наждачка продается. 10 копеек. Рулон. Яйца. Взял? Яйца нужны были. Прям две, наверное, да? Так, яйца взяли, молоко надо. Молоко. Где находится молоко? Вам что, негде поговорить больше? Я не хочу поговорить. Моя девушка красивая, я ее люблю. Ты кто, спрашиваешь? Задиры две. Отойдите, мне надо взять банки. Он listen him, but... Я его и так не слушаю. Да мне по... Мне неинтересно, чел. Как закончить диалог? Все. Да блядь! Лишка, пивка нельзя взять. Так, рис мне нужен, да? Мне попросили рис еще взять. Райт, Антон, Тони, Онли. А я какой взял? Лени, Регати. Спагетти. О боже, сложно как, а? А, вот, вот это надо. Я вижу по списку хоми, боже, какой душный. Get honey. Кепчуп подойдет такой ему? Strawberry jelly. Это вот это, да? Ну вот это похоже на strawberry jelly или нет? Вот. Еще может быть jelly? Ранч, кухо ранч. Чоко спред for Олег. Ну, видимо, вот это, блядь, соус это что? Вот этот пойдет ему? Похоже на соус? Короче, уважаемый продавец, если честно, я бы присмотрелся к этой бабушке и к женщине, которые поет песни. Они хотят вас обнести, это 100%. Они просто ходят и ничего не покупают. Это черти. На, тварь, блядь, ходит. Вот это, да, соус? Больше похоже на какой-то освежитель, блядь. А, в натуре. Это больше похоже на... О! Чат, смотрите прикол. Так, я вынес корзинку целых еды себе. Я сейчас пойду еще, что-то не дозабрал. Garden Peace не нашел и мало этот мед. Вот это что ли горох? Блять, я сейчас себе разницу оставлю. Куда ехать-то мне? Я же все. I could just lie про. Твою мать! Ничего себе, надо оплатить! Чё-то приуныл. Пойду донесу, оплачу. Yes, please! Боже, ребята, я заплатил. What the fuck? На дыбы встал. Все, еду домой, реально, уже устал. У меня есть каска интересная? Нет, каска уже похоронена. Нет, это симулятор покупок каких-то ебаных. Что-то как-то меня, блядь. Мне страшно, надо что-то. I had to be again. О, сейчас я ему на пол носу, реально. Блядь, нахуй! А где я живу? Не, я тут живу, точно вам говорю. Надо велосипед точно забрать с собой. Я буду бабку эту отгонять, блядь, велосипедом, который будет ко мне в гости приходить. Пожалуйста, пожалуйста, пусти меня на велосипеде покататься жестко. Ох, ёпта, я трюкач жесткий. Вот это реально имба. Может быть, наверх поехали? Это сложно, блин, сделать. Что? What the fuck is going on here?
Ребят, жесткий трюк, сейчас будем скатываться вниз. Ладно. Короче, я заблочил эту тварь, она теперь не пройдет здесь. Вот велик стоит. Я писаю с открытой дверью, потому что я настоящий Аполлон. Мимо? А я вижу. Ну что? Все, я пописал. Все, смывать не будем. Этот прицел просто имба. Так, что дальше? Учи уроки, дебил. What the fuck, Винди, ты что вообще? Dude, you said you Carson right. You need to see this. Search up Roy Carson divorce of the, on the internet right now. Okay, my fucker. Окей, что мне надо бы найти? Я умный. Блять, по-моему, у меня какие-то трояны. Рой Карсон of BN Media claims to receiving death threat. Ага. Ой. Кошмар, что? Он здесь? Тео Некси? Ахуй. Как ему сказать через камеру? Я иду, заебал ты, блядь. Who are you? The medium size from pizza. I did order any pizza. You're one medium pepperoni, sir. You must be wrong address. That's correct. Иди нахуй. Ты что, издеваешься, блядь? Please go open, sir. Я не могу, мне нет 18. Ты пришел с сумкой, там бита. Ладно, я открою. Ты что, идиот, блядь? А! Сука! Идиот, ты же ровно стоял, блядь. I'm not sure my dad would like that. Это не мой дом. Дяденька, забери меня. Давайте кушать без телевизора. Короче, этот Карлсон развелся со своей женой, и теперь ему в дом сейчас ее фанатки. О, это что, про Диппинса игра, блин? А, это он заказал, а ты не мог заранее сказать? Блин, я хочу быть с Ваней. С Ваней, а не вот это вот все, реально. Вот, ну я заслуживаю, реально. Ванечка мой. Ух, не, уже два съел. Осуждаю, что это за килограмм чего-то, блядь? Ну ладно, вот так ему хватит, я думаю. Jack. Are you doing your work? Ой, бля, не-не, ну что-то, ну что-то вообще некомфортно. Где нахуй еще, блядь? Чмо, куда я пришел вообще? Смотри, как можно будет опять ехать в магазин, тебе придется спускать велик. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, начинает показ. Тут должно быть лицо Мазелова, если что. Так, ну хорошо, я прочитал это, и что мне дальше с этой информацией делать? Еды дай. Блять, ну реально, вы что, не можете заранее сказать? Че как деб... Ну, адекватный человек всю пиццу не съест. О-о-о-о!
Надо телевизор включить, так он не может кушать. Все, погнали артхаус смотреть. Я ем пиццу, блядь, мне сказали доесть. Что, прикол, там нет никого. Я дотяну. Здесь есть наверняка вариант, ну, не брать ничего и сидеть просто играть в комп. Мне по-любому надо будет обосраться, да? Я не люблю это, ну ладно. Бля, прикиньте, она сейчас... Я...